Привет, меня зовут Аня, мне 5 лет. Я занимаюсь гимнастикой. Лучше всего у меня получается делать колесо. Когда я вырасту, я хочу стать зубным врачом детским. А еще ветеринаром, чтобы лечить собачек, кошечек и хомячков и других животных. Мне становится грустно, когда мамы и папы и Вероники нету дома. Вероника – это моя сестра. Мы любим все, когда мы дома, заниматься, смотреть кино. Еще играть в разные настольные игры. Человек должен быть добрый, хороший и очень веселый. Не должен быть грубый, еще жадина. Если бы у меня был миллион, я бы маме купила путевку в Грузию.